На неделе погода порадует белорусов теплом и солнцем. Во вторник будет малооблачно, осадки не ожидаются. К утру сгустится туман. Днем воздух прогреется до 20-26, ночью похолодает плюс 10-12. Умеренный ветер подует с юго-западной стороны. Уровень воды в реках страны продолжает понижаться. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане, Соже, Днепре и Березине, возле Бобруйска и Солигорска. Заметно упала и температура воды от 6 до 17 градусов. Проливные дожди атаковали юг Франции, вода залила дороги. В результате несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Более сотни жителей эвакуированы. Один человек пропал без вести. В спасательных операциях задействованы вертолеты и свыше 600 спасателей. В Эквадоре усилилась активность вулкана Сангай. Над кратером поднялось облако пепла высотой в 10 километров. В результате вулканическая пыль накрыла 4 провинции страны. Из-за выброса пепла прекратил работу международный аэропорт в городе Сантьяго-де-Гуайакиль. Такую активность вулкана не отмечали более года. Завтра в Бобруйске будет безоблачная сухая погода. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла. Ночью похолодает до 11 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.